часы, но они уходят, и уходит вот эта замечательная девушка, которая зовут Женя. Давайте ей тоже бурно поаплодируем. Задралась, как собака. Давайте быстрее, потому что Женя устала. У вас, друзья, есть... У вас есть возможность выиграть 2 абонемента на 5 занятий в студии современного танца «Стрела». Здесь можно тоже поаплодировать, и поэтому для начала нам нужна одна девушка, одна добровольца. Вот-вот-вот, вижу. Она выходит, молодец, привет, как тебя зовут? Нагасаки. Отлично! Ты вообще хоть за раз занималась танцами? Нет. Нагасаки, репчит. Да, ну тогда хреново тебе придется. Итак, для того, чтобы выиграть абонемент на 5 занятий, тебе нужно всего лишь ответить на один вопрос. Какие стили танца только что были использованы в предыдущем номере? Вайкинг. Могу тебе подсказать. Не торопись, я тебе подскажу. Их 2. Да, тебе достаточно назвать 1, и этот замечательный абонемент твой. Швакер. Молодец, абсолютно верно. Ваня, поаплодируем. Молодец, Женя, давай ей абонемент. Ты молодец, приходи в студию танца «Стрела». Девчонки будут тебе очень рады. Друзья, у нас остался последний абонемент тоже на 5 занятий. Принцип тот же самый, поэтому нам нужна еще одна желающая. Вот, я вижу, замечательная девушка, красивая, симпатичная, выходи. А если она не хочет? Я не хочу абонемент. Ты не хочешь? Иди отсюда. Не хочешь, сюда иди. И остался один стиль, который был использован в предыдущем номере, и это... Вок! Абсолютно правильно, молодец. Сейчас давайте поаплодируем. Второй абонемент забираешь ты тоже. Все, иди отсюда, пока ты меня не надоела. Все, молодец, она ушла. Кто? Тектоник, нет. Давай еще одну попытку, у тебя прям так, ты мне нравишься уже. Последняя попытка. А вообще кто-нибудь понял уже, да, какие были стили? Есть, все, не опускай руки, я сейчас подойду. Давай. Вок, отлично, молодец, она угадала. Держи. Это, например, давай под аплодисменты уходишь.